Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Зимой квашеную капусту не покупаю, консервирую летом, ее с помидорами уходит на ура. Нет ничего лучше зимой, чем баночка вкусных солений. Существует огромное разнообразие различных рецептов, но одним из самых любимых кушаний в нашей семье является квашеная капуста с помидорами. Консервация не отнимает много времени, зато вы сможете порадовать своих близких невероятно вкусным блюдом. И далее я подробно расскажу, как его приготовить. Мне нравится этот рецепт, потому что он простой и не требует множества ингредиентов. Вам будет достаточно следующих продуктов. Кочан капусты среднего размера. Небольшие помидоры 4-6 штук, крупная морковь 1, вода 1,5 литра, сахар 200 грамм, соль 25 грамм, уксус 25 грамм, чеснок 4 зубчика, корица 1 щепотка и зонтики укропа. Если все необходимое есть в вашем распоряжении, то сразу можно приступать к готовке. И здесь все очень просто. Алгоритм действий выглядит следующим образом. Простерилизуйте банки и крышки, томаты помойте, просушите и проткните зубочисткой в области плодоножки. Капусту измельчите так, как вам нравится, морковь нарежьте кружочками. Чеснок нужно пропустить через пресс. На дно банки положите укроп и добавьте приправы. Уложите слоями капусту и помидоры. Залейте кипятком, через полчаса слейте воду, еще раз вскипятите и залейте овощи еще на 20 минут. После этого закатайте крышками и оставьте до утра перевернутыми вверх дном. Вот и весь процесс приготовления. Такая капуста выходит очень вкусной и хрустящей, поэтому она уходит на ура. А какие подобные интересные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.